Открывая наш том правосудия, у нас состоялся такой основательный, концептуальный, я бы сказал, да и конкретики хватало разговор с широким судейским корпусом нашей страны. Интересное было мероприятие, и там мы договорились по реализации ряда предложений наших судей, судейского корпуса. Эти предложения имеют определенный смысл и определенные сроки реализации. Как здесь обстоят дела? Ну и традиционно уголовные дела, работа Следственного комитета по этим делам и судов, дела, которые контролируются не только президентом, который у вас на контроле, которые приобрели звучание, определенное общественное звучание. Как реализуются эти дела? 5 апреля была по существу сформирована такая программа «Национальное развитие системы правосудия на ближайшие пятилетия». В этой программе есть очень важное положение, их всего 23. 14 из них непосредственно является исполнительным Верховный суд. Часть из них уже наступает исполнение в текущем году, в этом году. Поэтому я хотел вам кратко доложить о том, что мы сделали в этом году, и о том, что нам предстоит сделать в более отдаленный период.